қазірге дейін 5 күн өтті. Жағдайыңыз қалай? Жақсарып келе жатсыз ба? Как ваша сайт? Ағымдап жақсарып келе жатсыз ба? Ағымдап. Сіз 15 жыл қамауда жатқан кезде бостандықты талап еткен әртүрлі адамдар болды, саясаткерлер болды, белсенділер болды, қоғам болды. Сіз осы қолдауды қамауда жатқан кезде сезіне алдыңыз ба? Сезіне мәлені. Я зашел, и до этого, раньше зашел, когда приходили письма. И от родных приходили письма. Потом все писать перестали, потому что их запретили писать. Кстати, это онлайн, я сказал сразу, мне не нужно освобождение по кагулку, по здоровью, мне нужно только полная реабилитация, полное восстановление моего честного имени и полная материальная, как бы сказать, компенсация. Самураев японских. Есть такое выражение. Долг самурая сражаться честно и до конца. Именно казаться самураем. Это мой долг. Сражаться до конца. Тут я немного поправлю здоровье. Я буду дальше вести оппозиционную политику. Готовить народ к великой Алашской революции.